Вітаю в ефірі студія «Репортер» і мене звуть Костянтин Гречани. Ми продовжуємо підбивати підсумки 2020 року і сьогодні будемо говорити про місцеві вибори. Це дійсно знакова подія і для нашого міста, і для нашого регіону, і загалом для України. Про це ми поговоримо з нашими експертами. У нас в студії Артем Рудомьоткін та Михайло Шабанов, політологи. Вітаю вас. Добрий день. Шановні, давайте почнемо з виборчої системи. Це дійсно такий важливий момент. От нова виборча система під час власне цього електорального процесу. Було багато нарікань, що люди не розуміють, от наскільки вона вплинула власне на результати волевиявлення, да, і наскільки вона була складною, чи це все-таки трохи перебільшено. Да, система действительно сложная, система, которая действительно, ей необходима была определенная просветительская работа, система, которая, по сути, да, вот зациклена на партизации, то есть принадлежности от партии, ну и, соответственно, выдвижение от политических партий, как общеукраинских, так и местных, соответственно, партийных проектов. И сейчас она больше справедлива, погодьтесь, сама партийная система. Безусловно, она, возможно, более справедлива, это касается действительно субъектов местного самоуправления, то есть все, ну, практически имели возможность быть представленными, так или иначе, но и здесь есть ряд, как я уже сказал, моментов дискуссионных и негативных, которые откровенно вот себя демонстрируют. Это, прежде всего, потребность мэрам некоторым, да, баллотироваться от партийных, прежде всего, проектов, либо создавать оные, да. Ну и в конечном счете, конечно же, вот вмешательство государства здесь было, ну, на мой взгляд, незначительным все-таки, да, несмотря на участие, да, активное прогосударственной, собственно говоря, политической партии, провластной. Но все же, да, есть моменты с огромным вопросом, конечно же. Артем, ваша думка? Я думаю, что это ни в коей мере не повлияло на результаты выборов. Это скорее стало причиной того, что количество испорченных бюллетеней могло становиться просто больше. Потому что действительно не хватало просветительской работы и информации о том, как должны люди голосовать, вплоть даже до того, что на участках не было информации, информационных таких досок, как должны выставляться в бюллетенях отметки те или иные. И доходило до того, что люди запуганы тем, что в квадратиках должна быть только галочка или же печатные цифры, а не какие-то другие. И это все, да, вот и так можно в этом бюллетене было потеряться. А когда ты еще немножко находишься в стрессовом состоянии, не дай бог, галочка выйдет там за квадратик, или у меня цифра будет непечатная прописью, вдруг его не примут. Это, конечно же, доставляло некоторые неудобства. Но при всем при этом я не могу сказать, что у нас люди не разобрались сами. И да, был процент тех, которые вот проголосовали за партию одну, а за кандидатов, там, за депутаты ставили отметку в другом. Но в целом это, в принципе, это возможно. Это, как бы, я бы даже сказал, в какой-то степени целесообразно, если бы действительно оно не было бы так сильно завязано на партии, и заставляло людей оббивать пороги и договариваться с партиями, чтобы от них выдвигаться. Таким образом, снимается возможность у людей, занимая активную позицию или принимая активное участие в жизни города, выходить и быть на самом деле самостоятельной фигурой. Потому что для того, чтобы попасть туда, тебе надо будет договориться с партией, принять, как бы, ее идеологию, ее позиции, ну, идеология громко сказано, ее позиции, ее цели. И с одной стороны, с другой стороны, ты будешь автоматически переносить на себя тот негатив партии, который есть у нее уже. Партия, в свою очередь, будет получать позитив от твоей репутации, от твоего рейтинга, который есть в общественном поле. Ми от зафіксували пропорційну преференційну систему у виборчому кодексі, так? В той же час є багато варіацій. І ми знаємо, що у нас виборча система, от що я вважаю суб'єктивно найбільш поганим, що вона змінюється кожні нові вибори, і люди просто не встигають звикнути до того, як потрібно голосувати. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, у нас тут не тільки избирательна система міняється. У нас, якщо посмотреть, у нас, в принципі, конституція міняється з избранням кожної нової влади. И таким образом каждые выборы подтверждают известные, ну вот особенно среди политологов, политтехнологов фразу «закон как юристов», «закон как дышал, куда повернул, туда и вышло».
Точно так же здесь. Мы начинаем жить по одним правилам, мы только к ним где-то как-то начинаем адаптироваться, привыкать и понимать, как по ним можно существовать, как нам моментально начинают менять правила, потому что меняется власть, меняются интересы, меняют правила игры, и мы опять оказываемся в ситуации, когда «а что, а где, а как?». Да, с одной стороны, в этом есть какие-то свои плюсы, но очень маленькие. В том плане, что здесь очень сложно, когда особенно меняется избирательная система за там, 3-4 месяца до выборов, очень сложно быстро подготовить те или иные какие-то вот черные технологии, да, там, обходы законодательства. Но при всем при этом те люди, которые достаточно давно занимаются выборами, они способны предусмотреть различные ситуации, какие могут возникнуть вследствие изменения законодательства, и заранее начать, если будет стоять такая запрос это и задача, заранее начать готовиться к этому. Ми от звикли до достатньо низької явки, так, і особливо на півдні України, і в тому числі на місцевих виборах, але от на виборах 2020 вона ну, в деяких великих містах навіть третина виборців не прийшла на дільниці. Михайло, на вашу думку, наскільки це вплинуло на кінцевий результат, так, що ну, певні партії змогли мобілізувати свій електорат, певні – ні. І чому, власне, так відбулося? В нашому обществі присутствує перманентное разочарование во власти и политических изменениях, да? И здесь следует отметить, что вот та доля абсентеизма, да, то есть неверие в политику, нежелание голосовать, которое проявилось в период местных выборов и в первом туре, и во втором туре, соответственно, во многом она связана, во-первых, действительно с избирательным законодательством, которое нельзя менять, ну, хотя бы за год, чтобы люди могли действительно вникнуть в основные проблемы, которые им предстоит решить. Во-вторых, конечно же, деятельность местных политических партий, которые, вот, ну, в отличие от общеукраинских партий, смогли очень быстро мобилизовать свой электорат, соответственно, да, свои материальные, ну и, скажем так, репутационные ресурсы. Вот относительно общеукраинских проектов здесь, конечно же, у меня очень много вопросов. Да, и по области, ну и, соответственно, по городу, да. Ну и в целом я хочу сказать, что выборы действительно неоднозначные в том плане, что они проявили те полюса противостояния, которые в действительности вот есть в современном украинском обществе, в больших городах, да, в небольших, соответственно, городах, поселках и так далее. Эти полюса не всегда связаны с идеологией. Мы видим сегодня в особенностях пактирования, да, и согласованных действий различных по идеологическим, скажем так, предпочтениям партии, их вот единство в неких интересах, скажем так, назовем это так, да? А ми политически, про це обов'язково детальніше сьогодні поговоримо. І особливо щодо Одеської обласної ради, Одеської міської ради. Але от ще така цікава тенденція минулорічних виборів – це перемоги місцевих еліт. Власне, центральна влада нічого не змогла їм протиставити. Фактично, в усіх великих містах України перемогли ті ж мери, які і були. Артеме, на вашу думку, чим це зумовлено? Ну, во-первых, тем, что партия власти на протяжении всего своего существования, начиная от президентских и потом парламентских выборов, они не выстраивали вертикаль и не выстраивали свою, скажем так, рабочую сетку не в плане подкупа, да, а вот в плане людей, которые готовы работать на местах. Партийную работу. Да, партийную работу вплоть до местных выборов. Перед местными выборами буквально за месяц, за два началась какая-то метушня по регионам, по городам. Начали пытаться собирать людей, и оказалось, что от того количества волонтеров, которые были на президентских и потом частично себя проявили и подтвердили свое присутствие на парламентских выборах, осталось, в принципе, до ничего. И таким образом, это основная проблема с тем, с которой столкнулась центральная, скажем так, всеукраинские партии, в частности, партия власти. А касательно местных элит и местных мэров, ну, это достаточно известная и распространенная тенденция, когда при любых выборах так или иначе есть определенный процент электората, который будет голосовать за местную власть, которая уже есть сейчас. Это первое. Второе, это то, что за этот год на местах, в принципе, люди не особо заметили какие-то изменения и обещанные и посадки, и назначения, и там вскрытие каких-то коррупционных схем, оно не происходило. Третье, это то, что все-таки своя рубашка ближе, это значит проблемы местных на местах, они более актуальны для нас, и мы на них как-то более активно реагируем.
А единственным из всех представленных, скажем так, кандидатов, кто был больше всего задействован и решал местные проблемы, это были, конечно же, мэры. Хорошие, неплохие, с позитивной или с негативной репутацией, но так или иначе они воспринимались как уже какие-то люди, которые хоть что-либо делают. Ну от Михайло, дивіться, так у нас другий тур був серед великих міст у Львові та Одесі, де власне місцевим лідерам протистояли представники, можна назвати з натяжкою ідеологічних політичних партій. Так, все одно мери перемогли. В інших містах, ну Харків, це для мене просто якась феноменальна ситуація, коли наприкінці минулого року поховали мера, але загалом чутки, що він помер, були ще задовго до початку виборчої кампанії. І проголосували за людину, яка невідомо, чи жива вона, чи не жива. І просто Кернес набирає феноменальний результат якийсь. От чим це зумовлено, ваша думка? На самом деле, возможно, это потенциальные как бы сетевые связи внутри города, достаточно сильные, да, которые аккумулировали прежде всего потенциал мэра и его команды. То есть здесь, скорее всего, сыграла команда. Не столько мэра, сколько его политическая сила, да? Але голосували саме за мера. Безусловно. Геннадій Кернес – це людина, яка уособлює цю команду. Безусловно. Тобто епоха Кернеса, безусловно, закінчилась, да, но не завершилась епоха його політичної сили. І я уверен, що дійсно здесь позиції, да, вот, собственно говоря, вот эти остаточные позиции, они, его команды, в конечном счете, они не ослабнут. В конечном счете они не ослабны. Но, опять же, мы с вами должны говорить о том, что вот карантинные мероприятия во многом, не только в Харькове, да, они усилили позиции действующих градоначальников. В разы усилили, особенно в контексте вот какой-то критики власти, центральной власти, да, попытки что-либо противопоставить в карантинных мероприятиях. Да, вот эти моменты тоже надо учитывать. И в Харькове в том числе. В Харкові, во Львові, в Одесі, звісно. Давайте от саме про Одесу зараз поговоримо та про наш регіон. Чітко вже зрозуміло, що є негласний альянс по перших сесіях, які пройшли. Слуги народу довіряють ділам Європейська солідарність з одного боку. З іншого боку опозиційна платформа «За життя» та її сателіт «Партія Шарія». Ну, в обласній раді там додалася ще «Батьківщина» до владного альянсу та «За майбутнє» до опозиційного. От чи ви очікували на створення подібної такої коаліції, да, можна, я думаю, називати на місцевому рівні це коаліцію, ще до виборів? Адже ну, політичні сили абсолютно різні. І на центральному рівні вони позиціонують себе як антагоністи. Здесь, безусловно, следует отметить, что идеологически абсолютно вот, конкуренты, да, и партии, которые находятся в определенной степени антагонизма, они все-таки никоим образом не создавали коалицию. То есть я говорю о европейской солидарности, например, и оппозиционной платформе. Абсолютная разница, абсолютная, соответственно, конфронтация. Да? Но предполагать потенциально союз более или менее умеренной, да, партии «Слуга народа» от центральной власти, которая вобрала в себя достаточно разных репутационно людей, да, чья партийная структура на местах формировалась, ну, несколько хаотично, да, и во многом, опять же, здесь ситуация вытягивалась за счет легендарности отдельно взятых личностей, которые вошли в команду, ну и теперь, соответственно, вошли в городской, ну и областной совет. Да, и здесь, ну, предварительно можно было сказать о некомпактировании, да, согласованных действий к созданию ситуативной коалиции между, например, «Доверяя делам», как промэрской силой, да, так и, собственно говоря, умеренной политически, однако вот направленной все-таки на усиление своих позиций в регионе, так или иначе, да, «Слуги народа». То есть это естественно, что «Слуги народа» захотели, да, взаимодействовать с промэрскими политическими силами, так или иначе, на мой взгляд. Але в той же час все-таки євросолідарність. Ми розуміємо, що Володимир Зеленський приходив до влади на критиці Петра Порошенка, і якраз опозиційна платформа «За життя» була прихильником Володимира Зеленського на певному етапі от, власне, президентських виборів. Артеме, ваша думка? Ну, касательно, если говорить о ситуации их объединения, создания договоренности... Насколько это логичным, на вашу думку, есть? Это логичным, но я хотел бы сейчас немножко сакцентировать внимание на другом, на том, что избиратели и жители, в принципе, региона должны понимать, что
в Совете не будет и не идет борьба за их интересы, за развитие Одесского региона, Одессы, области, без разницы. Идет борьба за потоки. Потоки бюджетные, кто будет на них сидеть, кто их будет распределять. И кто мы це бачили, коли комісії, да, коли да. комісії, персональний склад комісії створювався. Да. І как, хто, які, скажімо так, вигоди, преференції від цього буде отримувати. Ідеологічно вони ніяк між собою не відрізняються. Ідейно вони між собою ніяк не відрізняються. І, відповідно, це лишній раз підтверджує, що на, во главі угла стоїть тільки одне – розподілення денежних потоків. Хто на них буде сидіти, хто за що буде відповідати, хто за яке направлення буде відповідати, відповідно, хто скільки грошей буде за це отримувати. То, що об'єднились вот, «Слуга народу», ЄС, «Довіряй ділам», з однієї сторони, і опозиційний блок, партія «Шарія» і в обласному совєті. ОПЗЖ, там... вони дуже ображаються, коли їх опозиційним блоком окей, називають. ОПЗЖ, «Шарій» і в обласному совєті, да, це от, «За майбутнє». Здесь мне куда больше интерес вызывает это решение «Слуг народа» и ЕС, потому что что в одном, что в другом случае, они могли, если бы они смогли между собой договориться, они бы создали действительно третью силу, без решения и без согласия которой ничего невозможно было бы сделать. Они могли бы занимать нейтральную позицию и действительно отстаивать интересы жителей как города, так и области. Но при этом, при всем, либо же они не решили не делать этого, либо же они не увидели этой возможности, но так или иначе теперь они будут только терять в своих рейтингах и в своем и доверии к ним со стороны избирателей по всему Одесскому региону. Артеме, ви достатньо скептично поставилися от до нинішнього складу як обласної, так і міської ради. І, ну, я думаю, багато хто з розумінням до вашої позиції ставиться, але все одно цим депутатам доведеться вирішувати життєво важливі для міста питання, окрім там певних своїх інтересів. Це, ну, без цього неможливо. На вашу думку, підсумовуючи так нашу сьогоднішню дискусію, наскільки ефективно вони зможуть це робити, от якраз в контексті політичних певних розбіжностей? Смогут это делать достаточно эффективно, потому что благодаря существованию договоренностей, тут, кстати, надо отдельный вопрос задать, и который вызывает лично у меня интерес, как долго они смогут эти договоренности продержаться. За счет этих договоренностей есть большинство, как в областном, так и в городском совете, соответственно, те или иные вопросы это можно будет продвигать и протягивать или же договариваться. Как уже говорил, самый такой острый момент наступит в тот момент, когда они будут голосовать за земельные вопросы, за бюджетные какие-то вопросы, за распределение средств, и когда будет явно понятно, что или же, например, да, самое простое, за уменьшение или за выведение зеленых зон из статуса парковой. И вот как раз это станет тот, тем камнем преткновения, на основании которого могут разлететься в пух и прах эти договоренности с одной стороны, либо же окончательно укрепиться и понять, что, ну, отступать нельзя, уже все, сзади мосты сожжены, надо идти только вперед. Касательно решения на местах, ну, естественно, они будут решать какие-то вопросы, но при всем при этом у нас существует очень большая ожидание и ошибка со стороны избирателя того, что депутаты на местах должны заниматься непосредственно вот там крышами, ремонтом крыш, ремонтом подъездов, ремонтом межквартальных проездов, ремонтом дворов. Это не совсем задача депутата. Это они с этим сталкиваются в свете того, что люди просто к ним приходят и говорят, ну вы же депутат, решите мою проблему. Ах, не решил, значит ты плохой, значит ты этим не занимаешься. И для сохранения как-то своей репутации, да, доверия со стороны избирателей и в дальнейшей возможности сохранить свою позицию в городском совете, остаться в городском совете, они начинают этим заниматься. Но при этом... Навіть депутатские наприкінці минулого року збільшили депутатські фонди до 3 мільйонів гривень собі. На 30%. И при всем при этом никто не задает вопрос, за какие средства решаются и делаются, проводятся эти ремонты. Потому что депутаты за свой счет они не могут этого делать. Ну, в принципе, потому что это логично, да. Вряд ли мы увидим там очень больших альтруистов. Ну, хиба еще перед выборами. Раз, да, перед выборами. С другой стороны, депутатская... депутатство, оно не оплачивается, они не получают заработные платы от того, что они депутаты. Это еще одна большая ошибка и ожидание того от избирателей и, в принципе, от жителей
Одессы, то, что все считают, что депутаты получают зарплату. И, соответственно, мы оказываемся в ситуации, когда одни начинают нести ответственность и выполнять то, что не зависит, и то, что прямо к ним не относится. Да, они должны решать городские проблемы, но основная их задача – это обеспечивать работоспособность и выполнение всех программ, которые городской совет принимает, а непосредственно уже ремонт, проезжие части, подъезды, дворы. Для этого есть исполнительные органы, которые должны выполнять эту работу и которые для своей работы должны получать соответствующее финансирование и не распиливать его. Михайло, на вашу думку, чи варто нашим виборцям очікувати на те, що міська, обласна рада, районна рада тепер новостворена, да? Що всі ці органи місцевого самоврядування будуть ефективно працювати на благо одеситів та мешканців нашого регіону? Основний вопрос у мене, звісно, є ввиду децентралізації к районному совету, Одеському районному совету, тобто які повноваження. Ну там ще й немає так. Да, впоследствии він буде, собственно говоря, виконувати, да, які повноваження, фактично він буде дублювати вслед за городским советом, да, и так далее. Понятное дело, что тут это элемент представительства, прежде всего, на уровне района. Хорошо, но вот, конечно же, по поводу тех обещаний, которые депутаты потенциально, да, должны выполнить, здесь есть очень много вопросов, и прежде всего, связанных с уровнем политической конкуренции, да. Она не снижается, то есть депутаты акцентируют свою деятельность, как мы видим в контексте облсовета, прежде всего, да, как раз на решении вопросов, связанных с некими противоречиями, которые возникают и в кулуарах, и в сессионном зале, да, которые, видимо, существуют, ну и, соответственно, повышают градус противостояния. То есть мне кажется, что нашим избирателям решение тех основных проблем, которые возложены на депутатский корпус, все-таки, да, на различных уровнях, не следует ожидать здесь больших подвижек все-таки. Ну и плюс ко всему, действительно, изменена ли политическая элита вот в контексте местных выборов на уровне различных областей? Я считаю, что частично да, но не настолько, чтобы повлиять на процессы кардинально. То есть во многом и политическая элита осталась та же, да, и новая кровь, которая пришла, собственно говоря, в советы различных уровней, будь то городской совет, ну, соответственно, областной район. Ну, назвалась я с местными элитами. Да, так или иначе, она будет принимать те правила политической игры, которые бытовали, собственно, до этого момента. То есть, не хотелось бы только, чтобы они были такими, как на первых двух сессиях Одесской областной частично рады. Частично возможно. Я верю, что среди молодых людей, вот молодых политиков, которые вошли в горсовет, вот в частности Петр Обухов, есть достаточно инициативные, да, и компетентные люди. Но здесь вопрос количественным и качественным на самом деле характеристикам. В этом, сколько депутатов, ну и сколько готовы пожертвовать, ну, может быть, какими-то своими интересами в контексте реализации своих программ. Ну що ж, будемо без надії таки сподіватися, як то кажуть. Я вам дякую за фахову, цікаву розмову. Це були підсумки року. Ми розмовляли сьогодні з Артемом Рудом'яткиним та Михайлом Шабановим, нашими експертами-політологами. Ще раз дякую, шановні, що знайшли час та прийшли до нас. Мене звуть Костянтин Кричани. Залишайтеся з репортером. На все добре.